Так, вот значит у нас вот такие пяточки. Это конец лета. Видите, вот трещины. Вот они. Ой, как это показать? Так, сейчас. Вот трещины. То есть это пятки я не счищала. Леша просто распарил. И вот, то есть это, как вот некоторые говорят, что на топтыши или надо ухаживать за пятками, чтобы они не трескались. Нет, на совершенно, в общем-то, таких гладеньких пяточках появляются вот такие трещины. Но эти такие трещинки, они небольшие, пока они особого беспокойства тебе не доставляют, да, Леша? Вот, они побаливают. Вот сегодня я покажу, как я использую крем. Есть видео «Трещины на пятках. Чудо-крем». И посмотрим, за сколько дней у нас эти трещины заживут. Крем я наношу на ватный диск. Наношу на ватный диск, вот так закрываю. И потом у меня есть вот такие силиконовые напяточники, будем так говорить. Очень удобная штука. Надеваются на пяточку, и если это днем вы ходите, то можете, в общем-то, надеть тапочки и ходить. Если вы это делаете на ночь, то придется надеть носочек, потому что силикон, он будет цеплять за постельное белье, и неудобно будет, поэтому сверху еще лучше надеть носочек. Я говорила в своем видео, что нужно намазать ступни, надеть полиэтиленовый пакет, сверху носочек. И мне в комментариях написали, что кто-то написал, что давление повышается из-за этого, кто-то написал, что давление понижается. Поэтому я теперь, ну это как бы опыт наш, и я теперь советую сделать вот так локально. То есть вот там, где есть проблема. Нанести, и на всю ступню, в общем-то, я думаю, что наносить не нужно. Ну, в общем, сегодня первый день. Сколько дней мы будем наносить, я потом расскажу. И в конце покажу, какие у нас теперь пяточки после применения нашего крема. Вот так вот я достаточно обильно намазала кремом. Прикладываем диски. Диск у меня получится вот один, видите? Вот так. И сейчас я надену вот этот силиконовый напяточник. Вот так выглядит. Вот напяточник. Nice. Я извиняюсь за качество видео, как я снимаю, может быть, криво или еще как-то. У нас оператор в роли пациента, поэтому вот такое будет видео. Вот так вот пяточки я намазала. Спрашивали, как часто использовать крем. Крем использовать каждый день, если есть проблема, если есть трещины, каждый день распаривать, наносить, оставлять на ночь, утром снимать, ну там помыть ножки, чтобы запаха не было. И так до полного исцеления. Я буду делать каждый день.